Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается как День семьи. У него простая цель – привлечь всеобщее внимание к уходящим в современном мире на второй план семейным ценностям. Сейчас это как никогда актуально, ведь с каждым годом браков заключается все меньше. Говорят, браки заключаются на небесах, но действительность нашей жизни прозаичнее. Сейчас в России браки, увы, все чаще не заключаются, а расторгаются. Однако, невзирая на эту печальную тенденцию, есть сотни счастливых семей, справивших так называемую «золотую свадьбу». Несмотря на то, что все счастливые семьи, как отмечал классик, похожи друг на друга, мы все же решили поинтересоваться секретами стабильных браков у тверичан. Брак, наверное, такой институт, да, брака, то он нужен, я считаю, что это такой момент, который упорядочивает жизнь и позволяет как-то более стабильно смотреть на свое будущее. А с точки зрения именно росписи, как вот государственной регистрации, я считаю, что это менее важно сейчас. Для каждого свое. Кому-то везет, кому-то нет. Я бы в дальнейшем хотела выйти замуж. У нас как-то принято так, что если люди любят друг друга, то, ну, я считаю, что вот это оформление отношений – это важно. Это накладывает какие-то обязанности на людей, ответственность. Нужно заводить семью, создавать новое общество, поколение будущее. И это все как бы нужно делать семье, чтобы прививать следующему поколению какие-то ценности. Самое главное – доверие. Да, доверие. И понимание друг друга. Уважение, понимание, доверие. По данным Росстата, в России с начала 2023 года была зарегистрирована 91 тысяча браков и 99 тысяч разводов. В Тверской области в начале этого года на 721 брак приходилось 787 разводов. По мнению психологов, частой причиной разводов становится отсутствие взаимопонимания и расхождение интересов супругов. Вредные привычки, ссоры, измены, разное видение будущего – все это приводит к разрыву отношений. Противовес этому, как вы узнали из общения с тверичанами, остаются неприходящие ценности, общие цели, интересы, например, воспитание детей, какие-то хобби и, конечно, любовь, взаимное доверие и поддержка друг друга. Кто-то полагает, что любовь живет 3 года, но опыт счастливых пар показывает, что это не так. Ну а секрет счастливого брака все же остается секретом каждой супружеской пары.